Какой ароматный кофе в Cool Clever? С чашечки бодрящего напитка я начинаю свой рабочий день. Открываю смену, включаю любимую музыку и настраиваюсь на позитивный лад, чтобы с ощущением счастья встречать наших гостей. Меня зовут Ирина Тарунова, и сегодняшний выпуск о магазинах и о тех, кто в них работает. Здравствуйте, доброе утро. Зовут меня Наталья Копылова, я руководитель учебного центра Нижний Новгород. Мой день, как и любого сотрудника офиса и магазинов, начинается с кофе. В наших кофемашинах такой же в точности кофе, как и в любом кофе-баре Cool Clever. Кофе для наших магазинов основатели компании отбирали лично. Посетили ту самую кофейню Сант-Эустакио в Риме с эталоном вкуснейшим эспрессо. Затем дегустировали не один десяток сортов и обжарок, чтобы выбрать лучший напиток, который сейчас вы можете приобрести во всех наших магазинах. Наслаждайтесь им на своей кухне по утрам. А идея сделать кофе в магазинах тоже не случайна. Мы уже к тому времени открыли свою пекарню и думали, как же нам сделать так, чтобы как можно больше наших гостей попробовали наши круассаны, булочки с корицей, тирамису. Нам так хотелось, чтобы у гостей была возможность замедлиться, прогуляться с ароматной выпечкой или пирожным. И, конечно, в этой композиции не хватало чашечки кофе. Эта идея тоже запустила целый процесс. Мы тщательно вымеряли каждый рецепт кофе. Да, именно вымеряли, ведь рецепт нашего эспрессо – это и определенное количество кофе, и определенное количество воды. Очень важен размер пенки в капучино. Все не просто так. Чтобы картинка была идеальной, все имеет значение. Хочу вам представить Ирину. Ирина Камалина, наш старший специалист по обучению персонала. Мяснов, у нее направление Мяснов. Опытный, знающий, добрый очень оптимистичный человек. Небольшие магазины возле дома. Они были небольшие, но уютные и такие какие-то домашние. Теплые. Какие-то свои. Свои, то, что честные. Изначально, когда ты туда приходишь, ты понимаешь, что это твой магазин, и ты можешь здесь купить все, что хочешь, и любой продавец тебе подскажет, что тебе нужно именно сегодня. Сейчас у них сохранилась вот эта доброта, какой-то свет, но при этом они стали очень профессиональные, видные, яркие, светлые, стильные. Модные, я бы даже сказала, вот здесь с такой изюминкой современности. Ну, потому что у нас все натуральное, у нас все качественное, честные цены. И гость всегда, приходя за продуктами, либо за классными напитками, всегда получит именно то, что он хочет. А если он не знает, зачем он даже пришел, да, то наши профессионалы, наши умные сотрудники, конечно же, подскажут и помогут в выборе и классных напитков, и вкусных натуральных продуктов. Да, а еще гости ходят к продавцам. Ну, да. Они ходят к продавцам, а они ходят с ними увидеться, повстречаться и, естественно, сделать покупку именно у этого человека. И больше ни у кого другого. Ну, на самом деле, это очень классно, когда ты работаешь в компании, которая тебе дает очень многое, и ты всегда уверена, да, в будущем. Я вот, например, сейчас вы говорите на своем примере, то я могу сказать, что я 13 лет работала. Это была моя мечта вообще попасть в эту компанию, она осуществилась. И вот уже 13 лет я работаю, и я люблю продукты, которые мы производим, да, люблю напитки, которые здесь у нас есть, и на самом деле, может быть, для себя каждый раз узнаю что-то новое, необычное, интересное. Это вообще классно. И очень классно, когда наши сотрудники, да, столько времени работают с нами, а тем более сейчас это и семьи, когда мама работает в одном магазине, да, там, например,
на другом дочка, где-то сын пришел. Это же вообще здорово. Согласна? Конечно. У нас работают не только династиями, да, не только давно работают, но и работают целыми династиями. Потому что что дает кул-клевер? Кул-клевер дает стабильность, кул-клевер дает знания, кул-клевер дает силу и какую-то уверенность, да, в своем профессиональном росте. Ты можешь сюда прийти продавцом, да, или даже там приемщиком товара, и так как в компании очень высокий темп, ритм высокий, мы стараемся всегда быть на уровне, и, естественно, люди быстро очень растут профессионально. И сегодня ты приемщик, завтра ты уже старший продавец, а послезавтра ты уже территориальный управляющий. И на самом деле у нас и территориальный управляющий, да, такие как Авдеева Саша, она пришла продавцом, и вот она уже работает у нас территориальным управляющим и достаточно высоких показателей уже достигла. И также и продавцы. Это классно, быть частью вот этого большого механизма. Знаете, я сама всегда человек, ведь это то, что он ест, да? То есть его здоровье в его руках. И я еще до прихода в компанию, я уже была, скажем так, потребителем этих продуктов и была постоянным гостем. Я обслуживалась только в Москве. Поэтому, естественно, мой выбор был осознанный. Я не случайно попала в эту компанию. Я сначала влюбилась как покупатель, как гость, да, в тот уровень культуры, которая на сегодняшний день, вы понимаете, культура. Культура – это немаловажно. Мы можем не помнить, сколько стоит товар, но мы всегда запомним, как нас встретили, оказали ли должное внимание, как нас проводили, что нам рассказали о продукте. То есть это мы запомним однозначно. Вот с этого у меня началась история в кул-клевер. А потом я уже приняла решение прийти. И мне очень, для меня очень важен тесный контакт с нашим гостем. Поэтому я здесь, на этой позиции, я продавец, и мне не стыдно. Мне не стыдно, что я продавец, а не начальник, да, потому что у меня есть возможность непосредственно взаимодействовать с нашими гостями. Для меня это очень важно. Выстраивать отношения на доверительных вот этих нотах, скажем так. И я ведь сколько могу много рассказать нашим покупателям о товаре. А находясь где-то в кабинете, у меня такой возможности не будет. А я такой человек, который именно вот подпитывается и сам подпитывает. То есть общаясь с другими. Мы не пользуемся маркетинговыми уловками, чтобы гость купил то, что ему не нужно. Громкая музыка, особая выкладка, яркие краски, упаковки – это все затуманивает сознание. И в итоге гость приходит в себя только на кассе. Мы же за умный выбор, неспешный, поэтому предлагаем подумать, а что действительно нужно. Составить список покупок в мобильном приложении, оформить самовывоз, взять кофе, посидеть в зоне отдыха, подумать и вот в этом случае совершить нужную покупку. Походить по галерее вин, выбрать понравившийся кусочек на мясной витрине и взять ровно столько, сколько нужно. Поэтому и обслуживание в зоне мясных деликатесов и продуктов у нас ВКонтакте. Гость – продавец. Здесь мне бы хотелось сказать о том, что в галерее «Вин отдохни» мы придерживаемся бутикового обслуживания гостей. Те люди, которые работают с гостями, настоящие профессионалы своего дела. Они могут предложить любую бутылочку вина, которая понравится гостю, и знают все о гастрокультуре. Кроме этого, между консультантом и гостем образуется некая связь, когда гости не хотят идти к другому консультанту, а приходят к определенному за ценным советом, за поддержкой или словом. Как раз об этом я писала про одного из своих коллег-сомелье в телеграм-канале. Он незаменимая и неотъемлемая часть нашего магазина, и многие гости тоже чувствуют его поддержку, приходят за добрым советом или приятным общением. Недавно даже была очень забавная история, когда Сережа вышел из отпуска, а на кассе была очередь из 10 человек. Мы пытались позвать гостей на соседней кассе, но все с уверенностью отвечали: мы к Сереже. Меня зовут Кузина Ольга, я работаю старшим продавцом-консультантом отдела «Отдохни» и уже работаю 20 лет.
когда устраивают конкурсы. Очень интересно, да, мотивация получается. Мы более глубоко узнаем наш товар, мы предлагаем покупателю, мы рассказываем более подробно, более интересно. Нам самим интересно это, мы углубляемся в процесс производства, в процесс продажи. Интересно победить в конкурсе, самое главное, получить, опять же, эти бонусные кегли, подарочные кегли, или получить напиток, по которому проходит конкурс. Очень интересный у нас проект «Школа сомелье». Очень часто у нас проходит обучение с бренд-амбассадором Сергеем Жулием. Он интересно рассказывает продукцию, проводит сравнительные дегустации более углубленно. И также идет сопровождение гастрономическое, сочетание напитка и еды. Моя любимая обязанность, ну, это, скорее всего, наверное, проведение дегустации. Потому что, ну, в первую очередь мы как бы знакомимся сами с напитками, а потом, то есть, интересно предложить покупателю, чтобы они тоже могли попробовать, вот, оценить вкус, аромат напитков. Потому что не все сразу же могут приобрести, то есть, вслепую. А здесь уже покупатели знакомятся с нашим продуктом. Ну, потому что мне нравится. Мне нравится динамика, мне нравятся темпы, мне нравятся люди, которые пропитаны той же идеей, что и ты. И мне нравится, что здесь все время двигается все вперед. Каждый процесс кул-клевер требует полного погружения, глубокого погружения. Даже у нас в офисе существует такой термин, как «окулклевериться». Это значит проникнуться той идеей, проникнуться и развить вкус к идее, напиткам, к любовь к настоящему, качественному и действительно ценному. Если вы смотрите это видео, значит, вы точно наш кул-клеверный человек. И именно сегодня для самых умных и увлеченных людей мы дарим подарок. Читайте о нем в описании под видео. И пусть ваш четверг будет добрым!